Надо в хату, господа русов оба. Народ, я полгода назад зарекся смотреть ролики от этого персонажа. Но, блин, он меня разрывает в последнее время. Короче, у нас тут законотворческие чудеса от русского Влада. Всем привет, друзья. На канале Влада Чистящий. У меня сегодня очень хорошо на душе и на сердце. Наконец-то Израиль начал отдупляться. Один из первых Израиль, ребятки, начал отдупляться. Я утром услышал новость, что якобы теперь за украинский флаг будут штрафовать. Где бы он ни висел, на заборе, на, блядь, туалете, на это. Если ловят, значит, за украинский флаг 10 тысяч штрафу. Я думал, стаба верилась после всего того, что Лапид у нас наделал, да? За то, что приволок сюда вот эту нацистскую, блядь, нечисть. Но когда я проверил, зашел на сайт и увидел, что действительно принят закон, где бы ни находился украинский флаг на территории Израиля, он считается вражеским. И первый раз штраф 10 тысяч. В общем, я тут сейчас поеду штраф ловить. А вам пока хочу предложить занимательный конкурс. Дам 10 тысяч тому, кто найдет мне ту самую статью, по которой Владик решил всех нас оштрафовать. Владик, отмазка не проканала. Сегодня ждем тебя на площади перед Кнессетом. Мужик должен держать свое слово.